Исторический саммит в Уфе. Мясо изощряется. Так меняется. Что-то в Аналог МВФ. Первым важнейшим саммитом в Уфе. А еще это мясо саммитом в Уфе. Мы закончим замеры. Грамотная речь. На территории Украины представителей СМИ. Новые материалы к международному трибуналу. Трусость перед другом. Новой игры. Замглав врач РК, отказавшаяся выйти куда-то. Кто думает, следственный бесследно пропал главный врач? Неправильные вузы. За что Рособорнадзор? Эрнест Мацкевичу, здравствуйте. Большие вести в прямом эфире. Ждем прямого включения из Уфы, откуда продолжают пришосы БРИКС. И вот что еще будет. В нашей программе дальше. Кто заставил рожать на пороге роддома? Замглав врача и охране. Неправильные вузы. За что? Что Рособорнадзор лишил лицензии? Рособорнадзор лишил лицензии и запретил им прием вестей. Хаос в большом городе. Хаос в большом городе. 500 дней до Индосы. Полной катастрофы в Киеве оценили программу правительства и ходят средства на Днепре. Наш выпуск завершен. С вами был Эрнест Мацкевич. И Татьяна Ремезова. Мы прощаемся до завтра. Прямо сейчас многосерийный фильм. Прямо сейчас многосерийный фильм «Чужое гнездо».